Алтайские кикбоксеры стали победителями и призерами мирового первенства. Сегодня чемпионы пообщались с представителями СМИ и рассказали о прошедших стартах. Дмитрий Гладких подробнее. Мировое первенство по кикбоксингу в этом году проходило в Ирландии. В Дублин прилетели свыше 1500 участников из 50 государств. Сильнейшие спортсмены в возрасте от 15 до 17 лет в течение нескольких дней боролись за медали турнира. В составе сборной России выступило четверо алтайских кикбоксеров. Михаил Ивашкин, Владимир Назин, Денис Кауль и Дмитрий Томилин. Соревнования у нас проходили в отеле City West. Зал был большой, красивый. Тоже все было очень хорошо организовано. Хорошая подготовка алтайских спортсменов позволила завоевать 4 медали различного достоинства. На счету Михаила Ивашкина и Владимира Назина бронзовые медали. Золото у Дмитрия Томилина из спортивного клуба «Стик» и Дениса Кауля из спортклуба «Десантник». У двух чемпионов путь к высшей ступени пьедестала почета был похожим. Оба спортсмена на пути к победе встретились с российскими бойцами. Я провел так же, как и Дима, 3 боя. Тяжелый бой был с американцем, потому что первый бой и выиграл его все равно. Второй бой у меня был с русским. Я его выиграл и вышел в финал с ирландцем, на котором также одержал победу. Стоит добавить, что целенаправленную подготовку к первенству мира со спортсменами проводил Александр Кузьменко из «Камня на Оби». Он был главным тренером юниорской сборной России в разделе «Фулл-контакт». Весомый вклад в копилку сборной внесли представители Томской области. Они показали феноменальный результат в Ирландии. И помимо нас, соответственно, 2 золотых медалей и 1 бронзовую, томичи привезли 5 золотых медалей. Это вообще, собственно, в истории нашего вида спорта мало где такое было. Это только в Ленинск-Кузнецке было 3 золотых медали, а вот сейчас Сибирь у нас на этих соревнованиях очень достойно себя показала. Впереди у алтайских чемпионов очередные турниры. В ближайшие выходные в Белокурихе состоится региональный турнир памяти Бориса Ахмедова. В октябре представители алтайского кикбоксинга отправятся в Красноярск, где пройдет Кубок Сибири. Дмитрий Гладких, Анатолий Фукс, новости.